Всем большой привет! Вы на канале Талимастер. С вами Наташа. Мой канал посвящен вязанию крючком и спицами. Здесь вы найдете много мастер-классов по вязанию, интересные узоры, изделия, самые разные. Переходите в описание под видео по плейлистам, смотрите, наслаждайтесь и подписывайтесь на мой второй канал Netless Reviews с модными обзорами, и обзоры инструментов и пряжи вас ждут там. А сегодня мы с вами свяжем простой эффектный весенний узор, идеальный для махера, тонкой пряжи, хлопка. Он сплошной, поэтому очень практичный. Мы сможем связать джемпера, береты, чудесные весенние, необычные, из толстой пряжи. Он тоже смотрится круто. Нам нужно набрать количество петель кратное 6. Раппорт равен 6 петлям. Плюс 2 кромочные. Набрали. И первый ряд. Снимаем кромочную. И вяжем весь ряд изнаночными. Первую изнаночную мы должны провязать с двумя накидами. Раз, два, два накида. И протаскиваем в петельку. Какое-то время нужно, чтобы приспособиться, но мы с вами это еще много раз будем делать, вы быстро привыкнете. И далее мы вяжем изнаночными, обычными, за переднюю стеночку. Раз, два, три и четыре. Простой узор, а выглядит необычно. И, наконец, заканчиваем раппорт. Опять изнаночная с двумя накидами. Раз, два. И вы почувствуете это движение. Несколько раз какая-то будет неловкость, и потом быстро привыкнете. Провязали раппорт 6 петель. И еще раз повторяем. Изнаночная с двумя накидами. Теперь 4 изнаночные. Раз, два, три, четыре. Изнаночная с двумя накидами. И еще одна изнаночная с двумя накидами. Раз, два, три, четыре. Так продолжаем вязать весь ряд до конца. И заканчиваем мы изнаночной с двумя накидами и кромочная. Второй ряд кромочная. Нить за работой. Мы спускаем на правую спицу петлю с накидом и провязываем лицевые. Раз, два, три, четыре. Ниточка за работой. Две спускаем петли на правую спицу. Просто их переснимаем и опять 4 лицевые. Нить за работой. Снова раз распустили, два просто перекинули на правую спицу. И 4 лицевые. 2, 3, 4. Раз распустили, пересняли на правую спицу. 2. Они свободно висят. Третий ряд. Кромочную сняли. Нить перед работой. Сняли петлю. И 4 изнаночные вяжем. Нить перед работой. 2 петельки опять перекинули на правую спицу. 4 изнаночные. Ничего сложного, все просто и понятно. Снова перекинули на правую спицу 2 петли. 4 изнаночные. Четвертый ряд я показываю не с самого начала. Вот сняли кромочную как будто. И петлю нашу длинную оставили перед работой. И провязали 4 лицевые. Петелька висит. А потом мы провязали эту петельку, тоже лицевой. И следующую длинную петлю лицевой мы провязываем. С самого начала ряда мы так делаем. Опять раппорт тот же самый. Оставляем лицевую петлю. И провязываем 4 лицевые. Раз, два,
3, 4. Провязываем первую вытянутую петлю по лицу и вторую. И вторую. Все, далее мы повторяем первый ряд. Мы снова начинаем вязать с накидами наши изнаночные петли. И повторяем 4 ряда, чередуем. Очень быстро, очень просто получается. Образуется узор у нас в четвертом ряду. Мы провязываем вытянутые петли, спустив первую, провязав 4, потом спущенную петельку, которую мы отпустили, вторую сразу и опять так же. Элементарный узор, красивый, эффектный, необычный, легкий, воздушный. Я надеюсь, вам понравился узорчик, пригодится. Не забудьте поставить лайк, если это так. Вязала я из альпаки. Также этот узор, ну, он хорош для любой пряжи, абсолютно. Для шерсти, для мохера, для любой-любой пряжи. А в моем случае это альпака-ровница с шелком. Очень практичная гигроскопичная нитка, классная весною, летом. Легкая, тонкая. Итальянский BBB. Кстати, сегодня обзор на моем втором канале Netless Reviews на эту пряжу. Там необычные прикольные оттенки. Обязательно посмотрите, заходите на канал. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем всего самого доброго, самого наилучшего. Всем пока-пока.